Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Самойленко Наталья. Я являюсь преподавателем компьютерного центра обучения специалист при МГТУ имени Баумана. Сегодня я бы хотела с вами поговорить о плоских тенях. Мы, конечно, знаем, что в фотошопе можно их делать очень легко с помощью эффекта дропшедов. Когда мы ставим слой активным и делаем рядышком с названием двойной щелчок или нажимая на значок FX внизу закладки Layers, выбирая дропшедов, мы в принципе сделаем это очень легко. Я думаю, что вы все про этот прекрасный способ знаете, им прекрасно пользуетесь. Но сегодня мне бы хотелось немножечко расширить эту тему и поговорить о других способах создания плоской тени. Итак, если, предположим, мне нужно добиться ощущения, что у нас один из углов приподнят, все остальное очень плотно лежит в плоскости, да, плотно прилегает к ней. Или, например, мне нужно сделать эффект, чтобы два уголочка были приподняты. Каким образом мы можем это сделать? Я предлагаю добиться этого с помощью, во-первых, создания еще одной копии и превращение ее в настоящую тень, да? Только отдельную от текущего слоя. Для этого мы нажимаем Ctrl-J, зачерняем ее, Ctrl-U, Lightness минус 100. Если кто не знает, Ctrl-U позволяет быстро вызвать окно, которое находится вот по этому пути. Image Adjustments Hue Saturation. Lightness минус 100, режим, в котором можно сделать черным объект. Далее, мы ставим слой с тенью под фотографию, под нашу открытку. Нажимаем Ctrl-T, свободная трансформация. И далее щелчок правой кнопкой мыши Warp. Это возможность пластилиново видоизменять, отдалять уголочки. Если мы обратим внимание, у нас каждый угол имеет еще, помимо всего прочего, и направляющие. Вот они, два усика, которые можно оттягивать. Вот таким нехитрым способом мы сможем сейчас быстро создать ощущение, что у нас один из углов приподнят. Нажимаем Enter. Размываем немного край. Фильтр Blur, Gaussian Blur. Размытие по Гауссу. Степень размытия вы ставите самостоятельно, так как считаете нужным. И добавляем прозрачности, уменьшая значение opacity. Вот то, что получилось. Попробуем сделать то же самое, но добиться ощущения, чтобы у нас два уголочка были как будто приподняты от плоскости, на которой лежит открытка. Я пока скрою этот слой и делаем все то же самое. Ctrl-J для открытки, Ctrl-U Lightness минус 100, чтобы зачернить. Ставим тень под открытку. Далее Ctrl-T, правая кнопка мыши Warp. И один из уголочков опускаем пониже с одной стороны и с другой. С помощью направляющих чуть-чуть искажаем так этот слой, как нам необходимо. Немножечко приподнимем. Enter. Опять добьемся небольшого размытия. Так как мы его уже применяли, нажмем комбинацию Ctrl-F. Это позволяет нам повторить последний фильтр. И останется только уменьшить opacity. А дальше, дорогие слушатели, экспериментируйте. Все в ваших руках. Желаю вам творческих успехов и до встречи на курсах. До свидания.